В низовьях Енисея летом бывают затяжные, дикие штормы. Что уж говорить об осени. Сечет снегом, хлещет водой через город. Согрев же, как и на Богодинском тоне, один смертяга. Да и на берегу не знали парни, куда девать время и деньги. Питание почти бесплатное. Рыбы, дичи, ягоды во рту всегда навалом. А уж у дружбы согласие в работе и отдыхе. Хоть отбавляй, на всю катушку раскрутят душу из тосковавшегося по сучи речники. Девчонки откуда-то возьмутся. В 16 лет оскорбился Акимка, а оскорбившись, вспомнил, как мать ему грозила пальцем. Щуря на смоляные глазки, «Весь меня посол!» Поганида, поганида, не одобрела она, помнилась хорошо. Худое все забывалось, да и было ли оно, худое-то. Сравнивать не с чем. Однажды проходили Боганиду днем,